Сегодня мы будем готовить вот такие вкуснейшие вареники с вишнями. Итак, для приготовления теста нам понадобится. Для начала берем стакан 200 граммов. Мы все будем измерять ним. И мы отправляем 3 таких стакана муки по 200 грамм в наш комбайн. 1. 2. И последний. 3-й стакан. Дальше мы добавляем половинку чайной ложки соли сюда сразу к нашей муке. Добавляем 1 яйцо. И добавляем 1,5 столовой ложки растительного масла. И мы включаем на небольшую скорость наш комбайн, чтобы наше тесто потихонечку замешивалось. А сами набираем 200 мл кипятка и потихонечку добавляем. Добавляем скорость. Такое вот тесто у нас замешалось. Итак, мы берем вишни, и с каждой вишенки мы удаляем косточку, чтобы у нас все вишенки были без косточек, и отправляем в тарелочку. Итак, дальше мы берем силиконовый коврик, посыпаем его мукой, скалку тоже хорошенечко мы мукой посыпаем. И теперь мы берем наше тесто нашего комбайна. Женечка, все, мы его забираем. И отправляем сюда. Оно еще тепленько такое. Чуть-чуть его подмесим еще. Берем часть нашего теста. И теперь мы его будем раскатывать скалкой. Раскатываем примерно, чтобы толщина у нас была, ну, тонюсенькая, там 3 миллиметра примерно. Достаточно тонкая должно быть. И дальше мы берем наш, опять же, стакан, делаем вот такие вот кружочки, и это будут наши такие вот заготовочки для наших вареничков будущих. И вот сколько нам удастся, вот с одного раската, столько мы делаем наших кружочков. Так, дальше мы берем каждый наш кружочек, сюда чуть-чуть сахарка. Отправляем. И я беру 2 вишенки. И теперь лепим такой вареничек. Защипываем хорошенечко. И все, теперь мы все наши варенички готовы. Отправляем на досточку. И потом будем варить. Вот такие варенички мы налепили. Теперь ставим кипятиться воду и будем варить. Вот это, да? Составим кастрюльку и ждем, пока она закипит. Добавляем немножко соли для вкуса. И теперь мы отправляем сюда наши варенички. Ждем, пока они всплывут. Варим 7 минут и можно кушать.
Итак, уже всплыли наши варенички. Все, варим 7 минут и отправляем на тарелочку. Итак, вот такие вкуснейшие варенички у нас получились. Добавим к ним немножечко сметанки. И можно кушать. Пробуйте, готовьте. До новых встреч. Пока-пока. Посмотрите, какая у нас сегодня. Вкуснятина. Mm.